Здравствуйте, дорогие зрители! Всем привет! Это анонс 9-й серии проекта «От пацанки до панянки». В начале недели никто не уйдет. Лене и Вике достанется черное перо. Чича станет президентом. Узнали, на кого я здесь похожа? А теперь по-нормальному. Вы на канале Оксана Гетман Телеклуб, и сейчас я вам расскажу, что начнется в следующей серии, а вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. А в следующей серии будет подниматься тема буллинга, от которого страдали девочки в школе. Для ровесников поясню. Буллинг – это травля, которая часто происходит в детском коллективе, которая начинается с семьи. Если человек жертва в семье, он жертва и в обществе. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!